Республиканские школьники сегодня присоединились к всероссийскому историческому квесту «Дети Победы». Мероприятие приурочено к Дню работников ФСБ. Участники – ученики школы-интерната Черногорска. Им предстояло выполнить совсем не детское задание – собрать код доступа к архивам и определить местоположение юной подпольщицы из Бреста, разыскать ее и вернуть куклу. Исторический квест посвящен юным героям Великой Отечественной. Леня Голиков, Валя Котик, Зоя Смирнова и другие ребята внесли свой весомый вклад в победу. Ну а та самая Зоя Смирнова все-таки получила куклу с помощью участников квеста и даже обратилась к ним. Теперь уже с сединой на висках и морщинами. Войну она встретила маленькой девочкой и действительно помогала партизанам в борьбе с фашистами. Ребятам Зоя Павловна пожелала никогда не забывать свою историю и искренне любить родину. Наша задача взрастить в наших детях здоровое поколения и сформировать гражданское общество. Эти дети – это герои войны, на самом деле. Они нам как пример, чтобы мы были такими же храбрыми, такими же отважными и никогда не сдавались. И всегда мечтали о том, что хотим сделать, например, добро.